Мы уже Димку начали парить. Вон Гошка пришел. Вот, а что, Диман? Иди купаться, а потом к нам парить. Давай, Диман, поворачивай. Вот. А теперь мне уже. Во. Все, Диман, хорошо. Хорошо. Вообще. Ну подожди, Доня. А нужно и нам такую палатку покупать. Это не палатка, это баня, полевая баня. Видишь? Теперь Даша встает, а Дима ее тихо, тихо. Тихо. Диман, а ты садись, чтобы не мешать. Один стоит, а остальные все сидят на лавочке. Вот. Не горячо, Даша, нормально. Тепленько. А ты самый маленький, потому что. Я дам, что ей понравится. Зато тебе дольше всех будем парить. О, сейчас попаримся, пойдем еще купаться. Ура! О, стой, Даша.